Приветствую зрителей на своем канале, продолжаем мы совместное прохождение с игровым каналом Dota и игровым Dota. Играем в Zona Media, 81 серия, погнали! Так, мой коллега оставил мне сохранение здесь. Мы... А, ну, в принципе, можем сходу уже брать Херсонес. Поэтому давайте этим займемся. Причем сразу же. А, блин, надо было сначала посмотреть, что там вообще. Ну ладно, сейчас возьмем Херсонес и посмотрим, что там у нас вообще по ситуации по всей. Фонтанно просто на чем? Надо начинать перейти с обзора ситуации, а я прям сразу погнал в бой солдат. Так, размещаем войска. У нас есть один анага, которым мы можем действовать. Легионеры, легионеры! Умидийские легионеры! Отряды, стрельба по готовности! Так, давайте по воротам. Ворота снесли. И стеночки, проходики. А твою ж дивизию. Дают гады. Русливым врагам больше негде прятаться. Вы пробили стены. Начинайте резню. Готово. Вот отсюда будем стрелять, чтобы до нас не доставали лучники. Узкие фанищи дальнобойные, походу, лучники. Я не помню, чтобы других фракций доставали бы лучники до сюда. Вражеские стены пробиты. Так, теперь башенки сносим. Атаковать. Все, в общем, по классике. Готово. Атаковать. Так, у нас много же кавалерии, да? Может, мы их кавалерии снесем? Отряды вперед! Противник уже начал по нам атаковать. Тут лучники да кавалерии, уж никого нет. Мы их побеждаем. Так, побежали. И сюда давайте. Но тот отряд побежал быстрее. Эти, конечно, долго держатся. Трусливые враги потеряли стены. Посылайте свои войска вперед на захват оставшейся части поселения. Догнать. Ну, кавалерию, конечно, мы вряд ли догоним. Процентов лучников догоните, кавалерию. С кавалерией будем там уже забираться. Ой, там у них еще отряд скифских лучников. Им, конечно, будет посложнее бодаться. Блин.
Поэтому гоним сюда пехоту быстренько. Сегодня боги улыбаются нам. Вот они. Вражеский полководец. Если сейчас мы вот этих перемесим, то уже тогда будет победа. Давай, давай, все. Надо всей толпой накинуться, а не 2-3 отряда, чтобы убить. Капитан Ахтаваз убит. Все, тут остался один конный отряд, по идее. Потери, конечно, большие, но кавалерию, я думаю, мы здесь должны переобучить. Вот легионеров вот этих сейчас понесешь потери, хрен ты здесь переобучишь, пока не прокачаешь. А мы бы понесли потери кавалерии. Ой, пехоты. Поэтому я тут из простой логики действую. Победа уже совсем близко. Победа. И врагу остается только обратиться в бегство. Итак, 324 противника убито. Я потерял, мои потери составили 98, получается, человек, да? Да, 98 человек мы потеряли. Ну, даже меньше. Много, конечно, для такого города, но тем не менее. Победа! Минус еще один скифский город. Так, налоги сразу же выставляем низкие. И Лехамбр. Срочно с Лехамбр. Ремонт. Да, вот кавалерию переобучаем. Можем даже счет от кавалерии нанять. Так, ну теперь давайте обзор ситуации, обзор вообще всей карты. Так, не комедия взята. Что еще? Пергам, по-моему, да? Мой коллега захватил. Сарды я захватывал, все остальное мой коллега уже, по-моему, захватывал. Так, так, здесь переобучение, тут пока стоим. И комедии. Может, комедии тоже гарнизон сразу нанять? Чтобы армию вывести. Готовы поднять паруса. Гликогнаси и народы сейчас нанимаются отряды. Так, здесь что у нас? Ну, Египту явно не долепты с Магдом, мне кажется. Кажется, вряд ли они сюда придут. Так, далее, как тут наши повстанцы? Приказы. Готовьтесь к бою. Наконец, ну что, мы возьмем наконец дому сдули. Потерпело тогда поражение от бритов. Там два генерала были. Причем лидер и преемник. Сейчас у них только лидер остался. Они просто смяли мои войска еще. Так, ну что ж, давайте завершать ход, наверное. Так, а это ты откуда? Вместо кого? Ладно, сейчас мы тут
определимся. Так, где ты меня такого... А, Египет меня такого на мосту, да? Ну, давайте. Давай битву. Жалко, конечно, нет артиллерии. Ох ты, а у Египта в основном все лучники. Они по-любому будут приходить в мост. А, кстати, чуть подальше стать. Чтобы их лучники не смогли меня обстреливать. Встаем вот где-то чуть подальше от моста. Так, вы держите центр. И сюда. Вы будете полк левой руки. Блин. Так, прошу прощения. Так, лучников мы ставим, естественно, вот здесь вот. Лучники. По эту вот сторону. Включаем им режим бояться. Так, и кавалерия. Всех уйдет. Начинаем бой. Начинаем бой. Мы выбираем бой. Египет перестраивается на той стороне моста. Украинские ученики, кстати, мне тоже дальнобойные. Они уже отсюда стоят. Украинские ученики дальнобойные, даже дальнобойнее наших учеников. Уже молодцы, уже наносят потери противнику. Ощущение, что Египет не хочет приходить просто. Мост. Кстати, здесь есть брод, да? Да, здесь есть брод. Блин, по мне тоже кто-то стреляет. Противник по мне тоже стал доставать.
не слабо так прилетает нам. Отходим дальше. О, еще и Анага по мне фигачит, да? Так, отходим тогда максимально далеко. То мы несем ужасные потери просто, а противник ни хрена не несет потери. А так-то что-то начиналось, а? И уходим максимально далеко. Зона поражения. Нас процентов нас уже на убил. А нет, у нас 10% потери. Да, мои наемники гоплит, конечно, сразу бегут. Компьютерный противник дрался бы до последнего просто. Вражеский полководец. Сегодня боги улыбаются нам. Я ж тебя сейчас творил. Вражеский тут. Полководец убит, и его люди потеряли мужество. Эх, гоплитов. Четвертую просто. Ну давай, ты чего не атакуешь? Не, смотри, какие они скоростные, блин. У них все ученики фараона пошли в рукопашку. Чего ты тут кидаешь на меня, парни? Там вах. Вах, какой капитан.
Здесь просто немножко отсвечивает. Разбить ты мы их разбил, но какие потери при этом? Остались только анагры у них. Пятнадцать процентов моей потери составили. Так, на моей кавалерии что-то бегает. Продолжить, конечно. Трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. Они настолько крови попили, конечно, их уничтожат. Безговорочная победа, 851 противник убит. Мои потери составили 269 человек. 269 человек мы потеряли, офигеть. Ну, медийская кавалерия швычку забрали за это. Так, ну тут Египет, кстати, крупные силы подогнал под Мазаку. Дальше уже так легко у нас не получится. Дальше придется перемалывать эти египетские силы. То же самое, как брутовские. Ну, слушайте, 47 лет, у него никаких характеристик нету. Ну, просто никакого будущего этого генерала нету. А, у нас тут еще армия собирается до сих пор. Мой повелитель. Много кавалерий, давайте тогда легионеров что сюда делаем. Мой повелитель. Марш! Приказы. Так, телись, крестьяне. Вот он дальше. Господин! Да, блин, повстанцы тут стали, чего надо зафигачить как-нибудь. Задолбали стоять. Довольно-ка Кирема. Можем Кирема здесь нанять. А, стоп, мой коллега, наверное, здесь добирает и даже крестьян. Так, Белозорье крестьяне. И нас тут крестьян. Как бы. Так, Галикарнас. Галикарнас, здесь кавалерий, давайте. Легионеров нумидийских.
своими скифами. Я думаю, тоже не настолько крестьян, а разве что войска, разве что только для вывода войск, может быть. Так, здесь кавалерия. Вот. Господин! А где нам тут армию собирать? Марш! Готовим засаду. Царды. Танка. Господин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не сюда же ты пошел. Больше нет, господин. Ну, ай. Господин! Уходим! Невозможно, господин. Палки. Вперед! И комедии. Занизу собираем из костян. А может быть... Костянам куда? Армию нанимать. А Херсоне теперь обучение. Ставим здесь гарнизон из крестьян, и надо двигаться дальше. Пристроить Демидия Академия. Большие поместья строим. В Сиракузах. Магна. Кардубе. Ирригацию строим. Медиаване большие поместья. Оска. Деми, что ли? Давайте храм. Так, Нарбон Мартий. Академию. Кандат Ридонской. Баня, может быть, построить. Далее поселение Ези. Ирригацию. Хотя, в принципе, можем армейские казармы построить для легионеров. Так, Лариса. Пахта купцов. Качаем храм. Так, грибники пускай строятся. Херсонес. Дорожки. Так, совершеннолетие. Емпсау. Ух ты. Плюс 3 к управлению. Это у меня в Таренте, да? Бережливый. 5% скидка на своем строительство, 5% увеличение налогов поступления, плюс 1 к бедности, сокращает рост населения. Плюс 1 к управлению, плюс 10 к пункту перемещения, плюс 5% скидка на своем строительство было, плюс 1 влияние. В этом 65 лет, может быть, пускай 10 он сидит, тогда будет потом ее преемником. Что? В итоге периода 58204 прибыль. Так, начнем ход, наверное, отсюда, что ли? Мой повелитель. Готовьтесь к бою. Берем в осаду Домус Дулис. Осаждаем поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Мой повелитель. Пора заканчивать с этим Домус Дулисом. Так, на поселение Венедов эта армия идет, да? Ну, мне кажется, маластенькая армия, конечно. Может быть. Мой повелитель. Вперед! За подкреплением вернуться. Ходов больше нет, господин. Могучий полководец. Вперед! Могучий полководец. Есть. Приказы. Так, с другой стороны, еще ходов можно отсюда туда же напихать. Блин. Господин, могучий полководец. Давайте по максимуму отсюда всех заберем. Господин, можем. Могучий полководец. Ты знаешь скифов нафиг.
Ходы кончились. Подозреваю, что с ним тяжеловато будет биться. Такой вот армии. Мой повелитель. У них тут тем более подборных лучников. С другой стороны, можно было, наверное. Мой повелитель. Так, эта армия у нас идет на Танаис. Готовьтесь к бою. Ходы кончились, мой повелитель. Атакуем врага. Танаис. Персонаж нанимаем гарнизон и потом пойдем. Такс, поролись у нас 50 лет кавалерии. Могучий полководец. Марш! Ходов больше нет, господин. Так, это что за флот? Корабли готовы. Ставить паруса! Ставить паруса! Ходы кончились. Так, здесь будет комплектовать еще одну армию. Могучий полководец. Мой повелитель. Так, теперь дальше. Блин, вот эту армию надо уничтожать, наверное, потому что... Либо вот эту армию уничтожить сначала. Потому что мне тут один отряд, я случайно его увел. Могучий полководец. Господин! Господин! Приказы. Мой повелитель. Колесничек сколько. Но армия вроде бы не такая сильная. Готовьтесь к бою. Хотя один к одному пишет. Давайте в бой. Бросаемся. Блин, сейчас с Египтом будет такая же упорная борьба, мне кажется, как с брудами. Будем их так же трудом оттеснять. Но мы же брудов все-таки пробили. С брудами-то мы справились все равно. Я думаю, справимся с Египтом. Сколько бы у нас на это не ушло времени, и чего бы нам это не стоило. Ой, пельтастых и нафиг. Так, теперь, значит, лучники. Пельтастые сюда вот вставайте. Так, и осталось кавалерию еще сконцентрировать. Где-то. Анагры. Огромная масса колесниц. Анагры. Чуть продвинуться надо. Блин. Котинг совершенно по-другому развернулся. Знаешь, когда компьютер начинает ломать мои планы и перестраивается не так, как мне надо. О боже мой, они еще дальше, они дальше. Ты в угол вообще зайди и, блин, там стой, идиот. Осталось только в угол прижаться совсем и там стоять тут. Сюда давайте тогда. Идиотин, блин, прижимать вам. Канатом уже прижимается.
Я еще начну перемещаться, они начнут меня атаковать на перемещении как раз. Видите, они идут, подходят близко. Подтащить она надо еще. Лучники! Отряды! Отряды! Двигайтесь! Двигайтесь! Бегом! Анагры! Да ну, мне кажется, далековато. Ну и прям к углу уже прижать. Уже дальше прижиматься-то некуда, блин. Сейчас вам придется ближе подходить. Тут достанем, нет? Да, отсюда она же достают. А по колеснице. Там главное у них выбить колесницу. Так, давай сюда попробуем еще. Там никто. Кавалерия какая-то, что ли? Давайте, Анагр, сюда. Пробуем попасть сюда. Есть попадание. Попади давай. Ладно, давайте перенацелим. Перестали они сюда попадать. Перенацелим их сюда. Есть попадание. Хотя бы половинь колесницы, чтобы полегче было все равно. Нам никто, кто за отряд. А, ну тут от кавалерии. Так, достреливаем до конца. Так, давайте по этим колесницам.
какой-то кавалерий еще на ногу попали. Противник как-то немного придвинулся. Стопы отставить. Вражеский полководец был убит. Теперь мы увидим, насколько храбры его солдаты. А ёлки. Он там фланговый атак. У меня было, что фланг будет фигово. Да куда ж ты побежали? Ну я что вам сказал, бежать что ли? Блин, а вышли фланг уже. К сожалению, очень медленно моя кавалерия побежала. Побегала. Отстань, такое ощущение, что я меня заманил просто. Свою пехоту. Стоп, 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 стоп. Отход. Так, Египет пытается отступить. Копейщики вот там. Ну, хотеть на близкие. Вот напугать бы. Не надо лезть. Это когда мы с Египта играем, они разбегаются по пинка. Давай в атаку. Враг бежит. Преследуйте. Теперь победа. И не знайте жалости. Победа, теперь нагоняем. Скорость побыстрее.
Так, есть еще кто-то бежит. Да, понести потери, но армия разбита. Но у нас больше кавалерий, по-моему, потерь. А нет, вот один отряд легионеров тоже большие потери понес. Победа за вами. И никто не посмеет назвать. Так, безоговорочная победа, 986 противников убит. Я потерял 130 человек ровно. Лучники дали лучникам, анаграм и анаграм. Больше никому не дали, больше никому не надо. Зрение компьютера. Славная победа! Могучий полководец! Уходим! Бегух ты безумец, отличный полководец. Господин! Это один год ему. Господин! Вот там сверх. Господин! А, сверхчопханный. Так, ну что же, я на этом. Мое время заканчивается. Так, у меня, кстати, еще из Галикарнаса был вывел. Могучий полководец. Мой победитель. Блин, а тут. И давайте кого-нибудь оставим. Господин! Уходим! Уходим! Ходов больше нет, господин. Приказы. Еще с Родоса заберем. Могучий полководец. Мой повелитель. Ставить паруса. Разделить войска. Так, ну что же, ну что же, ну что же. Приказы. Марш! На этом я серию буду завершать. Тогда сейчас графики покажу, но вообще статистика. 71 регион у нас под контролем, осталось до победы 32. 32 региона нам еще осталось захватить. До победы сегодня я взял только один город. 527 сражений выиграно, 56 проиграно. По финансам у нас. Ну, кстати, не очень большая прибыль, 17 тысяч всего. Прибыль начинает падать уже, да? Итак, по общему балансу среди живых фракций по-прежнему у нас первое место. По военной силе мы на втором месте. Египет, кстати, потерял военной силе немножко. По производству у нас также первое место, а Египет теряет. Большие потери производства несет. По территориям по-прежнему на первом месте. Египет теряет пока что территории. И по финансам мы тут вообще вне конкуренции. По населению мы подходим уже к 1 200 000. Ну, еще не совсем подходим, но уже близко к этому. Так, ну что же, в общем, всем большое спасибо за просмотр. Следующие серии смотрите на игровом канале Дода. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, игровой канал Дода. Ссылка на этот канал в описании под этим видео. Ну, вообще под этим видео. Всем пока!